Всем привет! Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить карамельку и коржика из мультфильма «Три кота». Но сперва вот десятка зрителей, которые правильно ответили на мою задачку из прошлого ролика. Верно, было 6 зубов. «Три кота» – это мультипликационный сериал для зрителей без возрастных ограничений, ориентированный на дошкольников. А самое интересное – это то, что мультфильм доступен к просмотру в 170 странах. В сюжете мультфильма рассказывается о жизни и приключениях трех любознательных котят – Компота, его братика Коржика и их сестренки Карамельки. В их большой семье жизнь никогда не стоит на месте, она насыщена событиями и приключениями. В каждой серии котята встречаются с новой задачей и вместе учатся выходить из любой ситуации при помощи своей фантазии и родительского совета. Карамелька – самая маленькая кошечка в семье. У нее большие глаза и небольшой черный носик. Одета она в красное платье, а на ее голове большой красный бант. Зимой вместо банта она надевает шапку и валенки того же цвета. Несмотря на свой возраст, Карамелька – смышленый котенок. Она часто находит выход из самых сложных ситуаций. Ее коронная фраза «Я знаю, что надо делать». Также у Карамельки есть своя любимая кукла, одетая в розовое платье. А теперь задачка для самых внимательных зрителей. Если хочешь получить шанс попасть в видео, тогда посчитай количество карамельных конфет в этом ролике. Они будут спрятаны, а ты найди все и напиши в комментарии под этим видео. 10 правильных комментариев попадут в следующее видео. Вот такая милая рыженькая кошечка Карамелька у меня получилась. Если нравится фигурка, тогда не забудь написать об этом в комментарии. Мне будет очень приятно почитать. А теперь попробую слепить коржика из этого же мультфильма. Коржик – котенок небольшого роста с оранжевой шерстью. Обычно одет в матросскую майку с синими полосками и темно-синие штаны.
На голове он носит бескозырку с рисунком якоря и черными лентами. Зимой коржик надевает рукавицы, шарф и синюю матросскую бескозырку с помпоном. Коржик очень подвижный котенок и не любит сидеть на месте. Он обладает феноменальной зрительной памятью, но имеет слабую слуховую функцию и забывает различные просьбы или же задачи, которые ему нужно выполнить. Коржик увлекается спортом, особенно футболом. В будущем мечтает стать капитаном сборной и выиграть Кубок мира. Любит бегать, прыгать и веселиться. Иногда делает такие вещи, что из них приходится выбираться всей семье. Напишите в комментарии, кто ваш самый любимый герой из мультфильма «Три кота». А я буду лепить дальше этого персонажа. Очень надеюсь, что он получится круто. А вы обязательно поставьте лайк, если вам понравится. Ну и не забудьте про подписку. Сейчас это очень важно для развития канала. Вот и завершила лепку котика. Я считаю, что справилась с фигуркой. Поэтому, если хочешь так же круто лепить персонажей из мультфильмов, подпишись на Лепкаок. А если хочешь, чтобы твоя работа попала в видео, присылай фото работ в группу ВКонтакте или Инстаграм. Ссылки будут в описании.